На канал The Get поступил такой вопрос, а что такое счастье? Вопрос, конечно, такой всеобъемлющий. Ну, попытаемся сказать главные вещи. Но само слово «счастье», если посмотреть, из чего это слово состоит, значит, быть с частью чего-то или быть частью. То есть, быть не самим собой, а быть частью. Быть с частью. Речь идет, конечно, о том, чтобы иметь с Богом часть. Чтобы жить не своей жизнью, а жизнью Божьей. Чтобы радоваться не своей радостью, а чтобы радость была наша о Христе. Чтобы жить не по своей воле, а чтобы жить по воле Божьей. Чтобы не веселиться, а блаженствовать. Блаженство – это радость о Христе, радость благодати Духа Святаго. То есть счастье – это тогда, когда человек живет по тому, как задумал о нем Господь. Не по тому, как он думает сам, не по тому, как он сам представляет себе окружающий мир, а потому, как хочет Бог, по воле Божией. И вот если мы живем не по своей воле, а хотим жить по воле Божией, то мы становимся личностью, именно такой, которую Господь нас создал. И мы имеем и образ Божий, и подобие Божие. И все в нас это совершенствуется. И мы себя чувствуем в своем месте. Мы чувствуем себя нужными. Мы чувствуем себя нужными и Богу, и людям. И вот это и счастье. В этом счастье бывают и скорби, в этом счастье бывают и испытания. Но человек, который прожил зачастую долгую жизнь и много пострадал в жизни, который хотел жить по воле Божией, все равно скажет, что мои года, как в той песне, мое богатство. И он богат скорбями, он богат тем, что он пережил. Он понимает, что все это Богом пущено, это все нужно было принять, это все нужно было пережить. Поэтому Господь и призывает нас, чтобы мы были счастливыми, но только само счастье в Новом Завете, в Евангелии говорится немножко другим словом – блаженство. И мы все знаем заповеди блаженства. Блаженные нищие духом, потому что их есть Царство Небесное. Блаженные плачущие, ибо они утешатся. Блаженные кроткие, ибо они наследуют землю. И другие заповеди блаженства. Когда человек имеет блаженство, когда он находится на своем месте, вот он имеет ту радость, о которой сказал апостол, что эту радость никто от вас никогда не отнимет. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.